الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Сегодня упомянем Бадри. Хазрат Хусейн бин Харис, это первый сподвижник по Бадру сегодня. Его мама Сухайла бин Хузай из Бану Муталиб бин Манаф, связан с этим племенем. Вместе со своими братьями двумя, Хазрат Убайда, приехал в Медину. Вместе с этим братьем Хазрат Миста бин Сасаса, Асаса, Хазрат Ибад бин Муталиб, также среди них в Медине Абдулла бин Сальма Аджилани жил в его доме. Он в соответствии с хадисами Святой Пророк сказал, когда Хазрат Хусейн сделал побратиму с другим сподвижником Мухаммад бин Исхак, по преданиям Хазрат Хусейн участвовал при уходе и при Бадре и других битвах на стороне Святого Пророка и два его брата, Хазрат Убайда, Хазрат Туфайль, также участвует при Бадре. Он умер в 32 году хиджры. Его сына звали Абдулла, дочери Хадиджа и Хинд. Они также приняли ислам во время Хайбара, победы на Хайбара. Святой Пророк ислам обеспечил их, предоставил обеспечение размером эквивалент 2,5 сера по тем временам, 350 мер. Мера была предоставлена ему со стороны по линии отца. Хазрат Суфан, его отца звали Вахаб, он второй сподвижник, который я сегодня хочу упомянуть. Абу Амар его называли, он был из племени Бану Харис. Его отца звали Вахаб, Вахаб бин Рабия. Его отца упомянули как Сухай бин. В одном хадисе мать звали Таат бин Хаждан, которую звали как Байза, поэтому Сафуан назвали ибн Байза. Он был братом Сахала и Сухайля, обоих этих братьев. Это одним были из тех, у кого Пророк Сослан купил землю для мечети. В соответствии с одним хадисом, он был побратим с Рафи бин Аджиланом. Касательно его
кончины. Разные есть мнения. Некоторые говорят, что Сахарат Сафуан стал мучеником при Бадре. По другому хадису он не участвовал при Бадре, но вместе во всех других битвах на стороне Святого Пророка Ислам. Касательно Сафуана говорится, что после битвы при Бадре он вернулся в Медину, и через какое-то время он эмигрировал второй раз. Также говорится, что до победы над Меккой он находился в Мекке. Хадрат ибн Аббас рассказывает, что Святой Пророк Ислам Сари бин Абин Джахиш отправил их с экспедиции в сторону Аква. Поэтому его дата смерти ставится как в 18 году хиджры. Но также по другим данным, в 38 году хиджры. Следующий сподвижник — Хадрат Мубашир бин Абдуль Мунзир. Его отца звал Абдуль Мунзир, а мать звали Насиба бинт Зайд. Он был из племени Аус Бани Амар. Святой Пророк Ислам Хазрата Мубашира бин Абдуль Мунзира и Хазрата Акеля Букайра сделал побратимами. Некоторые говорят, что Святой Пророк Ислам Хазрата Акеля бин Букайра развел анхуанху. И Башира сделал побратимами. Как бы ни было, он участвовал при Бадре, и он стал мучеником в этой битве. Хазрат бин Любаба, брат Мубашир, а также сын его брата, также говорят, что Святой Пророк Ислам его имущество было разделено в качестве наследства Абу Надир, так чтобы его разделили между двоюродными братьями. Хазрат Абу Салма был среди переселенцев Бану Асад, Амр бин Раби и Абдулла бин Джахш. Его брат Хазрат Абу Ахмад бин Джахш в местечке Куба, они находились вместе с Хазратом Башаром. И переселенцы стали переселяться туда в большом количестве. Хазрат Мубашир бин Абдуль Мунзир вместе с своим братьем Хазратом Любаба и бин Мунзир, Хазрат Сават бин Абдуль Мунзир вместе с ними участвовал при Бадре. Хазрат Рафа вместе с 70 ансарами участвовал в Байт Акба. При Бадре уходе и в день ухода он стал мучеником. Святой Пророк Ислам, когда он отправился на Бадр, Святой Пророк Ислам назначил Любаба амиром в Медины и отправил туда, как уже упоминалось ранее, Раваха, местечко в 40 милях от Медины. Но Святой Пророк Ислам он выделил ему долю среди трофеев. В другом хадисе говорится, что Абдуль Мунзир был из Бани Аус, среди тех ансаров, которые стали мучениками при Бадре. Абдулла бин Амр бин Харам говорит, что до битвы при Ухуде я видел во сне, что Мубашир бин Мунзир говорит мне: ты встретишься с нами через несколько дней. Я сказал: ты где? Он сказал: я в раю. И мы питаемся и пьем все, что хотим. Он спрашивает: раз ты не стал мучеником при Бадре? Он сказал: да, конечно. Но мне даровано новая жизнь.
подвижник передал этот сон Святому Пророку и сказал: «О, Абу Джабир, вот что такое мученичество. Ученики находятся при дворе Всевышнего Аллаха, по другим данным других историк, было несколько мучеников были из Харисма, Утама бин Ади. И говорится также, некоторые говорят, что Амир бин Ади убил их, этих, сделал их мучениками. Самуди пишет в своей книге Китаб аль-Вафа, что следует из книг историков, что эти мученики, которые стали мучениками, кроме Абу Убада, они похоронены прямо там, на Бадре. Он скончался позднее, и он похоронен в местечке Сафра или где-то там поблизости. Табарани пишет, передает от надежных источников, что Святой Пророк Ислам однозначно те подвижники, которые стали мучениками при Бадре, Всевышний Аллах для них выготовил специально зеленую зону в раю, что и у них будет такое состояние. И они преисполнены знания. И Аллах спросит их, что вы хотите? Они скажут: «О, Господь, разве может быть что-то выше, чем это? Мы уже в раю». И Всевышний Аллах опять спросит, что вы хотите? И в четвертый раз они ответят: «Верни наши души в тела, чтобы мы опять пошли на битвы и опять стали мучениками, как и раньше мы этого удостоились». На следующий день Варака бин Аяз есть разное мнение, имя Варака или Ватфа или Вадака упоминаются такие варианты имен. Этот Варака, его отца звали Хаяз бин Амар. Он был из племени Хазрадж. Алама ибн Исхак, в соответствии с его источниками, Варака со своими двумя братьями, Раби Хазрат Амар, участвовал при Бадре. Хазрат Варака вместе, кроме Бадра, также участвовал при уходе Хандак на стороне Святого Пророка во всех других битвах, в которых участвовал Пророк Ислам. Он стал мучеником в битве при Ямаме. Во время Абу-Бакра в 11 году хиджры. Следующий подвижник Маурис бин Назла. Его отца звали Абдулла. Назла бин Абдулла. Его отца звали Абдулла. Но по другим источникам имя отца Вахаб Абу Назла. Его называли. Был очень светлой кожи. Красивое лицо у него было. Его назвали Акрам. Он был из Абдишамс. Другие люди, источники также подтверждают это. Он был из Маурид бен Ахрам. Из племени Бануханам. Это племя приняло ислам. Мужчины и женщины, все они переехали в Медину, им выпала такая удача. В соответствии с Вахди, он Ибрахим и Исмаил, я у Мусара, Газвут-ул-Габа, в 6 году хиджры, название этой битвы. Из его семьи больше никто не собирался участвовать в битве
Мусульман на он восседал на лошади. Мауриз бин Азла Амара бин Газа. Святой Пророк ездил по братьям. Бадр и Ухуд и Хандах участвовал в этих битвах. Салиб бин Бахди говорит, что Мауриз бин Назла. Я видел во сне то, что далеко открылось для меня, пока я не зашел и отправился на седьмое небо и достиг седьмой территории Мунтаха. Святой Пророк сказал, что и ему сказал, что это то место, когда Мауриз. Я в присутствии Абу Бакра я упомянул этот сон, который он умел интерпретировать. И это, ему было сказано, что это признаменование того, что ты попадешь в рай. Зикад. В 6 году хиджры от Ибн Аббаса. Борис бин Азла участвовал при Бадре, то есть ему было 32-33 года, он стал учеником, ему было 37 или 38, Хазрат Мауриз, то есть как он стал учеником, Хазрат Аяз бин Сальма упомянул касательно битвы Зикад, потому что мой отец рассказал мне, что после перемирия с Худайбийского мы возвращались в Медину, и мы отправились и остановились в одном месте. Бану Лахьян, у нас были такие горы, и там жили вот эти племена идолопоклонников. Пророк Сусан помолился за их прощение и стал, и сподвижник стал залезать на один из холмов для разведки, для безопасности пророка ислам и мусульман. Сарасал бин Ахван говорит, что в ту ночь мы восходили на горы, достигли Медин, потом на верблюдах мы были. А со мной был один слуга пророка, на лошади Талхи. Я собирался напоить их. Это было утро. И Абдур-Рахман напал на этих верблюдов. Это был враг из другого племени. И он убил пастуха и увел животных. Я сказал, что забери от этого лошадь, отдай толхи и передай новость, что идолопоклонники захватили всех вьючных животных. Я сократил, я собака громко. Арабы провозгласили так, когда враг нападал. То есть они таким образом предупреждали. Утром, то есть если утром нападал враг, они громко возгласили собака. Как тревога. Так, чтобы другие дозорные могли подойти к нему, приблизиться, поспешить на помощь, отбивать нападение врагов. Обычно правило было, чтобы ночью не нападать друг на друга. Другой хадис насчет собака. То есть объявление тревоги. Также он использовал как клич подготовки к бою. То есть в словаре Лугатур хадис говорит, что такое объяснение. Мы выехали на поиски этих врагов и на всякий случай делали выстрел и стрел.
и зачитывал тебе, я сын Аква, и это день смерти. Нечестивых. И я говорил, я сын Аква, это день смерти нечестивых. И я на всякий случай продолжал выпускать стрелы. Когда кто-то приближался ко мне, я прятался за деревом и ранил их. И когда тропинка уже сузилась, я залез на гору и начал кидать камнями в этих врагов, которые, то есть те враги, которые ограбили нас. То есть он сначала стрелял, потом камнями, и я продолжал. То есть он продолжал так делать, пока. Пока он мне отбил одного верблюда, который враги увели. Я продолжал стрелять, выпуская стрелы во врагов. Они также я оставлял по дороге камни, как метки, чтобы они знали, как следовать за мной. Пока мы не достигли узкого места в лесу, пока не начали принимать пищу, я был на горе, и они между собой беседовали, кто был тот человек, который преследует нас и все забрал у нас уже. Вы четверо должны отправиться к нему. Сам Абин Аква говорит, что четыре человека, они стали подбираться ко мне по горе, когда они уже могли расслышать. Я спросил, вы знаете меня? Они говорят, я к ним замыкся. Я сам Абин Аква. Клянусь Аллахом, который даровал достоинство с лицу пророчества, я могу пленить любого, но никто не может пленить меня, даже если будет пытаться. Я один из них сказал. Он я очень испугался. Я согласен. И он вернулся. Вот побежал. А я остался на своем месте, пока не услышал, пока я не увидел коней святого пророка Ислама из подвижников сзади. Абу Катада Ансари также был. Мигдад бин Асвад, Кенди, Акрам. Я сказал Хазрату Акраму. Я остановил за усы, и эти убежали все враги. То есть он фактически отбил всех вещих животных, которые они до этого забрали. А когда те люди на поляне увидели, что мусульмане приблизились, они тут же побежали. Тут я сказал, о, Акрам, Мавризы, позаботься о себе, чтобы они не убили тебя. Пока святой пророк Ислам совсем достигнет, пока ты, если ты верующий и признаешь, что рай это истина и ад это истина, не стой на моем пути, оставь. Он оставил его. Состоялся поединок, Абдурахман ранил его лошадь, Абдурахман Мауриз копьем убил его и вернулся.
Абу Катада, который восседал на лошади, и которые прибыли со святым пророчеством. Абу Катада, он следовал за Абдур-Рахманом и убил его копьем. То есть он убил Хазрата Мауриза. Он сказал, что именем Аллаха, который даровал честь святого пророчества, я буду преследовать их долго, пока кто-то из сподвижников я настолько вперед ушел, что даже не видно у меня было пыли от копыт лошадей сподвижников. Зикаль это место называлось. Те люди, которые убегали с некоторыми трофеями, когда они увидели, что я преследую их, я остановил. Они не смогли даже капли выпить. Они направились в другое направление. Я все равно преследовал. Кто из них отставал, я стрелял в них и попадал в плечо и кричал: «Я сын Аква, это день смерти всех нечестивых». Он говорит, что мать Аквы должна потерять его. То есть он наносил ранение врагам. Это тот самый Аква, который преследует с самого начала. Это тот самый Аква, который следует за вами с утра. Уже двух лошадей он к тому времени вернул. Когда я вернулся, я попил молока с водой. Когда шел к пророчеству, там был фонтан, родник. Я увидел, как святой пророчествовал тех верблюдов и лошадей, которых я вернул, отбил назад. Одну верблюдицу зарезали, чтобы накормить отряд. Я попросил Святого, позволь мне отобрать сотню бойцов, чтобы догнать их и всех перебить их, чтобы ни один из них не остался, потому что они ограбили наше имущество. Святой Пророчеством рассмеялся громко, и мы видели его светлые зубы. Он сказал: «О, Салма, ты думаешь, ты сможешь это сделать? Ты сможешь их перебить их всех, пока они не вернутся домой?» Он сказал, что клянусь Аллахом, по которому даровал тебе достоинство, они достигли границы Ватафана, в другом месте. Так слова. Когда Салмбек Аква его спросил, у святого просил разрешение догнать тех противников, именно Аква ответил святое пророчество: когда ты их победишь, оставь их, зачем их всех убивать? Этот благородный пример святого пророчества, что он, да, он боролся с ними, приходилось бороться, и этот сподвижник, он в конце концов стал мучеником. И, конечно, он был абсолютно храбрым. И так он Ибн Аква вернул все награбленное врагами. И вернул мусульманам все имущество. И сказал, что я хочу догнать их всех и всех перебить. Но святой пророчество сказал: оставь их. Это вот благородный образец святого пророчества. Потому что он не любил воевать,
просто ради того, чтобы воевать. Так как уже вернули все имущество мусульман, Святой Пророк не хотел, чтобы и не разрешал, чтобы продолжалась какая-то битва или какие-то убийства. То есть Пророк сам сказал, что оставь их. В этот момент один человек из Бану Хатафан сказал, некий человек заколол верблюдца, людица. Они, когда разделали тушу, они заметили пыль со стороны. Это было утро. И он сказал, что сегодня самый лучший всадник прибыл, Абу Катада. Абу Сальма лучший боец-пехотинец. И он дал мне две меры трофеев. Два звания. И также дал мне место возле себя. Потом некто из ансаров, никто не мог его победить. Спросили, может кто-либо со мной побежать до Медины? Несмотря на все мучения, сподвижники, они также находили способ радоваться жизни, бросали вызов друг другу, так чтобы быть занятыми всегда, так чтобы вот это психологическое давление избавляться от него. Если кто-либо, кто готов совершить забег до Медины, он несколько раз повторил, затем я слышал такой вызов. Я сказал другим сподвижникам, разве ты не уважаешь других, которые также достопочтены? Он ответил, я не боюсь никого, кроме святого Пророка Ислам. Я сказал, о посланник Аллаха, мои родители достанут выкупом за тебя. Разрешишь ли ты мне совершить забег? Святой Пророк он сказал, хорошо. Я просто спрыгнул с верблюда и побежал. Пробежал долину две. Но тот бежал очень быстро. Бежал до Медины, я стремился догнать его. Потом я догнал и толкнул его в шею и сказал, ты победил. Один рассказчик сказал, я после этого, мы 3 дня мы были в Медине, потом отправились в Хайбар. В книге Табари касательно экспедиции пишется, что Хазрат Асим бин Бар ин Катада говорит, что самая первая лошадь, это лошадь Мауриса бин Мазла, который был из Бану Асад. Маурис бин Азла, его называли по-разному, и когда был объявлен сбор для раздела трофеев, люди услышали шум лошадей приближающихся, и люди побежали один за другим в припрыжку. Одна женщина со стороны женщин, когда она увидела, что лошади в припрыжку скакали, сказала, Умейр, у тебя есть сила, чтобы запрыгнуть на такую лошадь? И ты знаешь, какие это лошади норовистые, чтобы встретить святого Пророка Ислама, мусульман. Маурис сказал, да, я готов. Женщины дали ему эту лошадь, и он поскакал на ней навстречу святого Пророка Ислама. И он оставил уздечку, и он так и доскакал до святого Пророка Ислама. Маурис бин Азла сказал, подожди, это мало
общины, сейчас другие присоединяются. Когда кто-то из по другому хадису, когда кто-то из врагов напал, он стал мучеником. Но лошадь поскакала так, что никто не мог догнать. И он так и был в седле. Остался в седле. И никто больше не был мучеником в тот случай. Маурис бин Азла, Хазрат Укаша, бин Мэсэн был на лошади вместе с ним. Я освободил несколько людей из врагов, противников. С этого пришла начал путь. И сподвижники присоединялись по дороге. Они сделали остановку один день, одну ночь. Салма бин Аква поговорил со святым пророком и сказал: «О пророк, если ты дашь мне сотню бойцов, тогда я освобожу всех, могу забрать всех лишних животных у врагов и дать им по шее». А святой пророк сказал: «Где ты их найдешь?» Он сказал: «Где?» Он взял бойцов, также разделил между ними животных, трофеи, затем они и они не стали физически наказывать этих врагов. Только один сподвижник стал мучеником, Хазрат Уайра бин Саад. Его знали как Ибн Хармала, Салих бин Хармала, также его называли. Этот сподвижник Абдуддар, из племени Абдуддар, его мать звали Ната. Он был среди первых ранних мусульман. Некоторые историки включили их в число тех, кто совершал первую миграцию в Абиссинию, Эфиопию. Хазрат Суайб переехал в Медину, а была бин Сальма Аджлани находился в его доме, Хазрат его сделали побратим, еще с одним сподвижником, он участвовал при Бадре и уходе. Хазрат Ум Сальма сказал, что Хазрат Абу Бакр раздал звонку за год до смерти святого пророка Ислам. Он отправился в одно место в Сирии для торговли. Но Ман и Сабит бин Хармара также присоединились к нему. Оба участвовали при Бадре. И он обеспечивал их всем необходимым. Он сказал: «Ну, маму, дай что-нибудь из еды». Он был ответственен за распределение еды. Тот ответил: «Пока Абу Бакр не вернется, я ничего не дам». Сразу говорит. То есть они проголодались, пока дождались. Когда тот проходил мимо людей, спросил: «Купите раба у меня?» Свой ответил: «Это тот, который очень любил поговорить». Он продолжал говорить: «Я свободен». Они говорили: «Мы хотим купить у тебя этого раба в обмен на 10 верблюдиц». Они накинули петлю на его шею, а тот говорил: «Я свободен, я не раб». И тот ответил: «Он уже сказал вам о вас,
что вы так будете говорить. Взял его и забрал его. Когда Хазрат Абу Бакр вернулся, люди рассказали ему об этом. Он отправился за теми людьми и вернул верблюдец. И этого человека Нуамана также. И вот такие простые шутки также представлялись между сподвижниками, среди сподвижников. И святой Пророк Ислам, сподвижники, целый год они любили, повторяли эту шутку, этот случай. По другой версии, что это не Хазрат Суайб, а некто другой был, кого продали, как раба. Хочу помнить, что об откровении Мессии Бетуангерам Васима Канака, что расширил свой дом. Он получил это откровение несколько раз. Вначале Всевышний Аллах, когда даровал откровение Васима Канака, вначале он сказал, всего лишь было 2-3 или 3 человека приходили ко мне, и никто не знал больше. Затем в разные времена, вместе с другими откровениями, власти на Аканака также добавлялось, расширяя свое пространство, свой дом. И также другие были откровения. И благословение Аллаха тоже упоминались там, с благовестиями. Когда Аллах приказывает своим пророкам, исполняйте это означает, что Всевышний Аллах с этой целью поможет, сам обеспечит все, что нужно для этого, обеспечит все, что нужно, все средства для этого расширения. И так и всегда и происходит в нашей истории. История общины свидетельствует, что как славно и прекрасно сам Всевышний Аллах исполнял эти откровения и постоянно помогал нам расширяться. Мы те, кто... Мы скромные слуги Мессии Бетуан Мирому. У нас также большой опыт в исполнении этого откровения. И своими глазами видели, как исполнялось. И вот все же Мессия Бетуан Мирому, все свои откровения и приказы, которые Аллах даровал, касательно чего-либо, касательно в виде пророчества, все это для укрепления веры святого пророчества, то есть ислама. И это благовестие для развития религии ислам. После этого посредством системы халифата послание святого пророчества ислам распространяется на весь мир. Это каждый шаг, который мы делаем, каждый элемент развития, который мы проходим, это часть плана Всевышнего Аллаха, который промыслил заранее для того, чтобы даровать победу своей религии, исламу. И после этого вернулся опять к этому откровению Васи и Маканака, то есть расширь свой дом, расширь свои владения. И это касается халифата в Великобритании, Европе, в Америке, Африке, в других странах мира. С развитием общения по всему миру. И, конечно, все, что касается новые здания, новые помещения. И здесь, когда четвертый халиф прибыл сюда после иммиграции, Всевышний Аллах сразу же особым образом проявил свою особую помощь. Так что община купила территорию 25 акров
Исламабад. И позднее еще 6 акров было добавлено. Где мы проводили джалса, ежегодная связь, долгое время. И также было жилое жилье для работников общины. Они были в виде бангало. То есть, как бараки, барачного типа. Мечеть также была организована там, в таком же помещении. Я помню, когда я впервые прибыл сюда, в 95-м году, и вот все, что 4-й халиф, месье Витал, наверное, сказал, что Аллах даровал очень хорошее имущество. Примерно так он сказал. Он был уверен. И очень много было знамений. 4-й халиф имел намерение сделать этот городок центром. Но на все требуется время. И Аллах назначил время для всего. Теперь Аллах нам даровал такую возможность. Теперь у нас строительство завершилось, офисные здания, специальная мечеть построена, резиденция халифа времени, жилье для посвященцев и работников общины. И еще больше будут строиться в Лондоне офисы временные. Мы превратили дома в офисы. И в очень тесных помещениях с большими трудностями нам приходилось работать из-за роста объема работы. Нехватка жилья очень горько чувствовалась. И дома для жилые дома. Порой мы выслушивали критику и претензии, почему мы используем жилые дома в рабочих целях. 3-4 дома, которые использовались для офисов. Эти офисы переедут в Исламабад. В Исламабаде по плану фарнами также. Двуэтажное здание также. У общины есть 2-3 мили от Исламабада. Офис Худам Ахмадия. Я также смог купить там приличное здание. И также другие помещения. Хадикатуль Махди. Всевышний Аллах даровал нам еще ранее. Более чем 200 акров. Также Джами Ахмадия, которая вначале была в Лондоне, она переехала сюда также, в пригород, вот там же рядом. И исключительно низкая цена и была запрошена. И прекрасная атмосфера, и помещение прекрасно, расположение прекрасно. То есть все это, они очень близки друг к другу в радиусе 10 миль от Исламабада. Поэтому по современному плану Исламабада то есть раньше не было возможности, но это был замысел Аллаха, что все постепенно приходит. Так что все это, как можно сказать, почти как городок единый. Всевышний Аллах вместе с центром Аллах также обеспечил все это. Джами, все близко. Это очень жизненно важно, что очень близко. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Всевышний Аллах благословил все это, все эти здания, чтобы все это было как единый живой организм. И Аллах благословил все это. Как я сказал, резиденция халифа времени и офисы построены, мечеть большего размера построена. Поэтому я через несколько дней перееду в Исламабад. Я перееду туда. И переехав туда, пожалуйста, помолитесь, чтобы эта новая резиденция стала преисполнена благословения Аллаха. Чтобы Аллах благословил деятельность халифа из Исламабада, распространение ислама на весь мир. Чтобы Аллах расширил
намного больше, чем ранее. И чтобы откровение Васи на Канека не только в плане жилья, но и в плане деятельности, чтобы исполнять обещание Аллаха, чтобы мы стали средством исполнения. Я хочу упомянуть здесь, что люди, которые живут близко к мечети Фазл, из-за парковки соседи все время жаловались. Из-за того, что много людей приезжало сюда молить, занимали все парковки и так далее. Создавали пробки, заторы. Поэтому молитесь, чтобы теперь больше никогда не было никогда никаких жалоб. И чтобы все следовали всем правилам. И всегда соблюдали правила. Что касается джума, в целом джума я буду проводить байт-футу. Я сказал Амир Сахиба, чтобы он составил план. Я сказал членам общины, что как именно это все организовано? Как это все будет организовано? Как организовать поездку всех желающих из Исламабада в Байт-эль-Футух на джума? Второй раз я повторю, пожалуйста, молитесь, чтобы Всевышний Аллах благословил этот проект во всех отношениях, сделал его преисполненным благословением. Аминь. ولذكر الله أكبر.